Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы поставили лайк и подписались на канал. Приятного просмотра. Михаил Кокшенов скончался после борьбы с тяжелой болезнью. Легендарному актеру было 83 года. О смерти Михаила Кокшенова сообщила известный поэт-песенник Любовь Воропаева. Она опубликовала фотографию, на которой запечатлена с известным артистом, и коротко написала: «Умер Миша Кокшенов. Светлая память». Многочисленные подписчики немедленно отреагировали на печальное известие. Пользователи Instagram выразили слова соболезнования. По некоторым данным, в последнее время Михаил Кокшенов серьезно болел. Напишите свое мнение об этом в комментарии. Обязательно поставьте колокольчик и подпишитесь на канал, чтобы не пропускать свежие новости каждый день. Спасибо за просмотр.